Всем привет! Сегодня я вам покажу свою новую самоделку Ниндзяго, змеиный мотоцикл на гусенице. Решил я собрать один из змеиных транспортов, но этот транспорт он не появлялся в наборах по 2012 году или мультсериале. Это моя выдумка. Мотоцикл на гусенице. Вот она, гусеница. Это что-то вроде мотоцикла. Машина такая на одной гусенице. Мне захотелось собрать свой собственный транспорт змей. Это моя выдумка, я придумал ее сам. Но старался сохранить дизайн транспорта змей, серпентинов. Передать внешний вид змеиного транспорта. И давайте внимательнее посмотрим. Итак, здесь управляет один серпентин. Спереди такая вот голова змеи, большая, крупная, как и на всей другой технике змей. Глаза такие красные. Мотоцикл змея прям, когда едет, может показать, что змея ползет огромная. В этом особенность транспорта змей. Мне очень нравится змеиная техника. С зубами такими белыми. Вот. По бокам такая чешуя, гладкие детали. Здесь рельеф такой. Чешуя. Вот. Основные цвета здесь это темно-зеленый, светло-зеленый, черный, где-то серый и крапинки фиолетового. Да, в технике серпентинов были такие небольшие участки, где фиолетовый присутствует. Вот сзади такие две фары внизу. Тут двигатель такой, трубы, хвост подвижный, на маленьких шарнирчиках, такой вот. Хвост, которым можно, когда едешь, бить, сбивать там ниндзя, врагов. Подвижный хвост, и ездит он вот так вот. На гусенице. Вот. Гусеница. Ездит хорошо. Давайте повнимательнее рассмотрим место управления. Вот снэпа тут сидит. Так, здесь у нас руль, рычаг и спидометр, который показывает скорость. Такая вот тут площадка есть, здесь вот может поместиться один серпентин, может еще кто-нибудь здесь, достаточно много места. Ну, как минимум две фигурки здесь можно уместить. Как раз таки серпентины клана Фэнкпаи, в данном случае это Снэпа, они имеют способность превращать транспорт, любую технику, в змеиную. В данном случае он превратил мотоцикл змеиный на колесах. Можно вот так вот. Вот они вот превратили. Такой вот я транспорт собрал, и я думаю, этот набор мог бы даже выйти в 2012 году. Добавить сюда ниндзя, острозуб или же посох Фэнкпаи. И все, это был бы набор. Серьезно. Я думаю, я достаточно хорошо его
детализировал, старался максимально, ну, хорошо детализировать, сделать его гладким, аккуратным. И даже хвост двигается, как функция. Такая вот змея. Он достаточно широкий. Давайте еще со всех сторон внимательнее его рассмотрим. Сбоку. Сзади. Красивый очень получился мотоцикл, как по мне. Такой вот змеиный мотоцикл на гусенице я собрал. Это моя самоделка. Напишите в комментариях, как вам моя самоделка. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всем пока!